Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу, как можно сделать фондю в домашних условиях. Итак, нам для этого нужна подставка вот под горячую кастрюлю. В магазинах их полно, выбор большой, разнообразие есть. Свеча такого плана, тарелка. У меня стеклокерамика, продавец сказал, что от огня свечи она не лопнет. И вот такая сечением 4 мм квадратных медная проволока длиной приблизительно 50 сантиметров. Берем эту проволоку и загибаем ее вдвое. Вот таким вот образом здесь небольшое отверстие. Затем я взял, перевернул тарелку, обвел ее проволокой, в этом месте закрепил, и получилась вот такая вот конструкция проволоки. Здесь она расходится, и здесь как-то не очень красиво выглядит, поэтому сейчас возьму лентой и это все обвяжу. Теперь в подставке сделаем два отверстия диаметром 4 мм. С обратной стороны сделаем два углубления сверлом 8 мм для того, чтобы спрятать шляпку винта. Берем 100 грамм шоколада и 30 грамм 20% сливок. Когда сливки нагрелись, добавляем шоколад. Теперь берем фрукты и какие-нибудь палочки. Я взял зубочистки. Итак, друзья, очень вкусно получилось. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много еще интересных поделок и экспериментов. До новых встреч!